Неудачную попытку самоубийства зарегистрировали на проспекте Талкехана полицейские. Мужчина бросился под колеса проезжающей мимо маршрутки. Что, зачем? Жизнь моя такая дурацкая. Почему? Ну, как отверженный хожу вообще. Не знаю, сюда, не сюда. Ходил по городу. Все смотрят, я тут такой, куда спрятаться. Работаете вообще? Есть работа? Нет, не сейчас, не работаю, жить негде. По словам водителя микроавтобуса, мужчина выбежал на дорогу прямо перед машиной, но он успел вовремя нажать на тормоз. Мужчина буквально прыгнул на машину. Я как его увидел, сразу нажал на тормоз. Удара не было. Он лег на стекло, а потом сполз с машины на землю. В микроавтобусе было много пассажиров. Они все видели. Факт того, что мужчина избежал травм, подтвердили и приехавшие на место ДТП врачи скорой помощи. Никаких травм и ушибов у него нет. Он и внешне психически здоров. У него нормальное состояние. Мужчину полицейские доставили в местный отдел полиции. Сейчас выясняют причины его поступка. Сотрудники дорожно-патрульной полиции ведут следствие по ДТП, имевшему место на улице Дулати. Здесь столкнулись автомашины Mercedes-Benz и Mitsubishi Galant. Сейчас следователи выясняют степень вины каждого из водителей. В ходе очередного дорожного рейда полицейские выявили несколько десятков нарушений. Так, автомашина ВАЗ-2114 в нарушении правил дорожного движения была полностью затонирована, включая лобовое стекло. Еще одну автомашину с подобными нарушениями полицейские остановили спустя полчаса. Но этот автомобиль был водворен на штрафную стоянку. В ходе дежурства на веренной территории наш 862-й экипаж заметил автомашину марки Volkswagen. Мы остановили ее и в ходе проверки обнаружили, что у водителя не в порядке документы. Машина была заключена на штрафную стоянку. На всех задержанных водителей заполнены протоколы административного нарушения. Ко дню полиции в Сузакском РУВД открылся тир. Теперь полицейские всегда смогут тренироваться, не выезжая с расположения отдела. Открыть тир помогли местные власти. На его организацию из районного бюджета было выделено 10 миллионов тенге.